Ну, зависимости от этого, типа, от состава зависит все. Раз еще до. Чтобы одевать гильдию, усиление плюс идет, плюс один, это вообще плюс всему рейду, не хороший бой. Плюс категории быстрее апаются. Плюс карме. Ну, чтобы стимул был заходить в игру. Вот и все. Перестанут люди ходить, если отменят. Все здесь только караусе на АФК. Да, здесь весь. Холи пристает, это да. Определить, что в эти секты нет. Сейчас кулаки давай.
Он АФК. Вальдеза. А он что-то писал раньше, что курит, что ли? Вот забери Павла Войт. Видишь, Гилли дописал кто-то. Замени кто-то.
40% сейчас будет. Антифирная атака. Беру? А нету. Им надежда по КД нажимаю. Второй танк бы пособирал бы с собой, а то сова, не знаю, целый третью всю фазу стоит с трэшем. Соло. Без червоточин. Я могу чем-нибудь помочь? Давайте винсте шкаф поставлю.
Тыкните кто-нибудь. Все здесь. Кроме Хмурного. Хмурый не здесь. Да, он же курит. Чем могу быть полезен? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись. О, кот вас плюсанул один. В этом призыве вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Кормак Процающий Биви. Бой, герои! Рога спрашивает, кто левую танчит. Чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей.
пол рейда. Повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Угу. Чудовища повержены! Сейчас великий чернокнижник Вильфред... Там Вильди этот приз отписал, ДЦшка наш. Он говорит, что свет вырубили. Стоит. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к сотрению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопанцем, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! В силу. В силу, да. В силу атаки. Мы гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Чарацус! Эренарский повелитель пламенщего легиона! Не кричь, так уносить. Я себе кувалькала. Морный. Детей много будет. Почему мне еще не вести? Кажется, то, что открыть, могу поехать. Выноси. Кости!
Да, да, слышно. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Элем. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Конфил! О, знаю. Марк, сделай попить. Но если вам хулипал на этом почте не особо нужен, то я могу. Если печеньки кто?
После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Чуть-то надо другой бить. Или нет? Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов!
Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я покажу тебе заслуженную смерть. Нет, у кого, наверное, без 15 до часа, да, собирали рейд. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Ханты аспект уберите, пожалуйста. Это место станет вашей могилой. Вот не дурак, а если бы ты не бил босса, он бы тебя не убил, а трэш бил. А вот и гости заявились, как и обещал, господин. Ну дай полежать, отдохнуть, ну что тебе жалко? Танки не вап, не ловите этих мелких. Мимо. Thank you.
Гера уже сказал. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы. Ты сразу разраливаешь или как? Вы в числе избранных. А ты кольцо будешь ролить, боясь на или нет? Боян ровом. Выскидала. Силу заклинаний. Продай мне. Ну как бы от вас это на мейн, нет? Нет. Мне тоже носить надо. Нет, я его куплю, чтобы потом продать. Вот тут еще... Макс спрашивает, катушку ролит. Блять, куда я полетела? Так сколько оно стоит? Мы рецепты мы писали что-то про рецепты нролим, не нролим, как оно идет. А как оно называется? Ну, предбисовая катушка ГЦ. Оно стоит 4 косаря. Ну, без выкупа 3,989, с выкупом 4,200. И оно там одно. Хм.
Напали нет, могу прямо сейчас на ДК зайти во второе. Ставлю ледяной шар. Ты не можешь она столько стоить, ничего. Она столько стоить не может, ну че? Ну я вижу, что она выставлена, но это фигня. Ну, шея боешная отсюда же тоже 4 косаря стоит. Кольцо с целка стоит 6,5 на ауру. Это вообще фигня, 245. А ты что, 264 колец оба носить будешь? Тебе за репу будет кольцо. У меня за репу хиловское, ё-моё. Так чё, он это покупает или нахуй я захожу на ДК? Погоди. Шкаф загребущий поставь, пожалуйста. Так чё, Войт, ты продал ему или мне продал? Сколько? Он есть, но он на ФК. Не трать мое время, ничтожество.
решил перед этим, перед боссом с умением трэш-чистить. И ДЦ, по-моему, есть. Тыкните. Предметов.
надо ничего вырыть. Надо за 20 минут успеть это все пронести. Это через череп сбивайте его касты. Руки сбивайте черепу, ДКшники сбивайте кресту касты. Пулы на Бокруса. На звезды. Потом на Катпаса. Хорошенько набираем рейндж, когда босс откидывает что-нибудь на стол.
убивайте Геру, что ли. Слышно разного клина. Прошло полгода. Вы все молчите. Алло. Членам по лбу не дало? Нет. Ой, вырвалось. А что нам говорить? Захиливайтесь. Ты что-нибудь, анекдот какой-нибудь, не знаю. Пошел за чешкой. И спиздил его в итоге. Да. Ты смотрел этот видос, где я устрою вам чардж из текстуры, сука? Нет. А зря. Пиздец, меня выбросило. Ничего страшного. Не добьем. Так квест не сделать. Нет, так квест это я уже сделал. Только погоди, не вот та я зайду. Тебе, по-моему, ничего не дастся. Ну ладно. Такой вот аксессуар вроде. Паладин, Рока, Шаман. А что, портал нерабочий? Мак прыгнул уже. Мак, ну ты красавчик, надо было тебе не отдавать катушку. Сори, я просто очень тороплю. А пояс кто-то забрал?
Да, шелп. Какой поезд? Ты хочешь, шаман, кто это? Два тела еще на кубы есть, желающие из гильдии нормальные, кто прожмет. Да, Шима на самом деле плохой. Этого режима объясняю. Любить трэш. Какие штаны?
хранит вашей погибели. Пейте мою кровь и захлебнитесь ею! Назойливые насекомые принадлежит мне. Освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую смерть. Самодовольный жалкая магия будет удерживать его. Меня вечно. Изобретение будет моим. Моя кровь довольный конец вашей погибели. Я сокрушу его. И запределье будет моим. Все готовы, дает черт. Вы думаете, что ваш кровосос в маске? Кто придумал, что нельзя было, сука, вытащить, блять, во время боя? Кто это придумал, скажите мне? Кого вытащить? Ёбаные способности с ёбаной книги. Как так? Забываю вытаскивать.
ты на кубы назначил? Вон метки. Метки видим свои кубы: Рамкоу, Котлас, Хамви, да, да. Диана. Специально назначил людей из гильдии. Подбегаем к своим кубам, приготовились, скоро будет каст. Прожимаем. После откидывания дадим героя. После откидывания это значит сейчас. После откидывания сразу подбегаем к своим кубам. Подбежали к кубам. Только не снова. Ё-моё, ну и рожа у моего креста. Когда он куб прожимает. Вы бы это видели. А ты разве не снимаешь? Может скин хоть сделать? Сделаю скин, сейчас третий куб буду прожимать, скин сделаю. Ой, слышал такую поговорку? Боже мой, да всем насрать. Нет, таких поговорок я никогда не слышал. Ты не слышал, а она есть. Круто. Это из дебильного американского мультфильма. А ты по американские фильмы вообще не смотришь? Мультфильм, это мультфильм. На кубы нажимайте. Нажимайте. О, нет. О, да, сейчас заскриню. Блин. У меня такое, у моего персонажа такое пафосное лицо просто, такой, господи. Сделал несколько скринов, но там куб пересек мне голову напополам. Получился не очень скрин, наверное. Кубоголовый. А, кубоголовый, хорош. Надо кого-то похилить. Диамка, стой. Я как
Я тебя спас. Скорее всего, будут четвертые кубы. Сейчас мы это узнаем. Так, какое-то тело быстро, кто в DC говорить умеет, на Луну. Внимание, на Луну. Вижу, кто-то подбирает. Приготовились, каст. Подошли к кубам. Сейчас будет каст, приготовились. Прожимаем. Отлично. Только не снова. Можно голову Макеридона? Это Пейнхантер говорит. Ты не ори. Ну, еще и дракон есть. 8 минут. Сейчас разберемся. Мак, поставь порт, пожалуйста. Свалил. Что-то не отдается тебе. Почему? Ну, а где значит, ты? Уже делал. Какой ты? Я только Sony забирал. Ладно, в какой ты бате? Пятая хилы. А, вот, вижу. Все отдалась? Да. Щит. Алмастков тебе отдать или шаману хилу? Давай хилу, может быть, отдадим. Так. Кожа. Т4. Геркус это жвар. Так, Тьянка второй мы не дадим. Алмастков тоже получал. Шаман остался только просто. Так, пан, тебе надо? Пан, тебе надо? Угу. Значит, следующая Алиса. По два мы не отдаем. Печеньки. Дракон. Так, 93 Алиса. Правильно. От меня какая-то ошибка. Так, как бы я ожидал. Все. А ты кольцо продашь? Да, иди в Долорант.